Сборная Сергиевского района по баскетболу в этом году выступает под руководством тренера Андрея Маляева, который снова пришел в команду спустя несколько лет. Работы у него оказалось много. Недостатки в игре сергиевцев бросались в глаза уже в стартовых матчах спартакиады, когда наша команда терпела совсем необязательные поражения от коллективов, не причисляющих себя к фаворитам турнира. После первой половины шансов на то, чтобы оказаться по итогам предварительного этапа в четверке сильнейших, у сергиевцев было откровенно мало. Не прибавилось их и перед заключительным туром, но там звезды сошлись так, как надо. Сергиевцы свой матч выиграли, а четыре другие команды сыграли с нужным для дружины Андрея Маляева результатом. В итоге, после семи туров, сборная Сергиевского района стала четвертой и застолбила за собой место для участия в финале четырех. Решающие матчи проходили на прошлой неделе на Самарской МТЛ-арене. Нашей сборной в соперники достались баскетболисты из Алексеевки, основные фавориты соревнований. Переиграть такую грозную команду архисложно, тем более на предварительном этапе сергиевцы потерпели ощутимое поражение. Однако здесь на протяжении половины матча на площадке шла равная борьба, в которой у сергиевцев было не меньше шансов не только выйти вперед, но и оторваться в счете. Лишь в третьей четверти сборной Алексеевского района удалось переломить ситуацию в свою пользу. Тем не менее, до самой финальной сирены сергиевские баскетболисты не теряли надежды на спасение. Они предприняли финальный рывок, который едва не увенчался успехом, и все-таки поражение с разницей минус 8. Итог 33-41. В матче за третье место наш коллектив встречался с командой из Красноярского района. Здесь также половину матча на площадке шла равная борьба, но затем силы окончательно покинули сергиевцев, и они уступили 43-53. Таким образом, сборная Сергиевского района по баскетболу завоевала четвертое место областной спартакиады. Победителями стали ставропольские баскетболисты, которые в решающем поединке сумели сломить сопротивление сборной Алексеевского района. В ближайшее же воскресенье начнется женский турнир спартакиады. Сборная Сергиевского района первые поединки проводит в родных стенах. Встретится с командами из Камышлинского, Красноярского и Похвисневского районов. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».